Хай, Джейс, это Diamond Roleplay Onyx, третья серия. И сегодня я буду работать в такси, я получил уже второй левел. Ну что ж, погнали! Для того, чтобы нам устроиться, в общем, на работу таксиста, нам нужно сначала зайти в мэрию. И в мэрии там, скорее всего, устраиваться. Я надеюсь, что это в мэрии все делается. Так, вот такая вот тут мэрия. Кстати, это я первый раз за все время нахожусь в мэрии. Так, Y. Да, вот, таксист, водитель автобуса. Давайте выбираем таксиста. Следующая серия будет водитель автобуса. И мне пишет в чате: поздравляем, вы были приняты на работу таксиста. Чтобы начать работу, арендуйте такси в таксопарке. Чтобы арендовать такси, вам нужно просто сесть в него. Хорошо, отлично. Теперь нам нужно попасть в таксопарк. В общем, вот, я, короче, прибежал в таксопарк. Только здесь тупое такси, эти машины плохие. Лучше брать премьеры или как-то премьер. Как-то так называется. Хотите арендовать за 200 баксов, чтобы возить в нем пассажиров? Так, установить стоимость проезда. Фары. Давайте 40 баксов установим. Так, установилось? Или нет? Да. Все, есть. Теперь отправляемся куда-нибудь на вокзал. Не успел я доехать до вокзала и уже, блин, разломал такси. Все, теперь нам осталось только ждать клиентов. И вот, походу, наш клиент. А нет. Не наш клиент. Давайте попробуем выставить другую цену. Давайте выставим 30. Да. Вот так. Теперь будем ждать. Может быть, кто-нибудь сядет. Да, вот. Куда вас? Вот наш первый клиент. Оружейный завод. Поехали. Вот так вот. В общем, справа в углу в нижнем видно доллар и сколько мы накатали. Вот уже 3 бакса есть. О-хоу. Надо отбить 200 долларов за такси. И тогда все будет хорошо. Уже 8 долларов. В принципе, я так думаю, что можно хорошо отбить свои деньги за быстрое время. Вот, я уже 56 баксов заработал. И я думаю, возле завода там будут еще клиенты, потому что люди заканчивают свою работу. И кому-то куда-то надо, например, в автошколу или в какие-то еще другие места. Так что, я думаю, работа таксиста здесь довольно-таки прибыльная. Ну, в следующей серии будет работа водителя автобуса. И уже после нее, я так думаю, что я уже куплю себе одежду, как раз подзаработаю денежек. Так, я уже накатал тут 82 доллара. Это довольно-таки неплохо. В общем, вот, я уже почти прибыл на оружейный завод. И у меня в кармане 150 долларов. Это довольно-таки хорошо. Я отвез одного парня и почти отбил сразу же деньги за такси. Так, высаживаем его здесь. А где он делся-то? Ха. Я его отвез, а он куда-то делся. Так, ну... А, вот он. Вот он. Ой. Сорян, чувак, я не хотел тебя давить. Что ж, отправляемся теперь за следующим нашим пассажиром. Вот, точняк, блин, забыл слово пассажир. Так, что ж, ну я вернусь через секунду. Что ж, у нас новый клиент. Куда вас? До дальнобойщиков. Окей, сейчас это GPS, работы, шахта, лесопилка, дальнобойщик, аренда грузовика. Скорее всего, ему туда. Я могу рассчитывать на чаевые. Может быть, я еще, кстати, заработаю чаевые. Это будет отлично. Так, работа дальнобойщика у нас находится... А, я понял, где. Понял. Это находится там же, где и оружейный завод.
Блин, я не получил Payday, потому что не отыграл 25 минут. Плохо. Ок. Спасибо. Блять, мусора тупые ездят. Так. Везем нашего второго клиента. И зарабатываем на следующий Payday уже деньги. Вот, мы уже почти приехали. Вот это место, где оно находится. Здесь вот. И я заработал еще 59 долларов. А на чай... Ой. На чай. Спасибо. Удачного дня. Быстрее, быстрее, чувак. 15 секунд. Быстрей! Сейчас пропадет такси. О, спасибо. Спасибо, удачного дня, парень. Спасибо за чаевые, 100 баксов. Ну что ж, отправляемся за нашим следующим клиентом. Пассажиром. Клиент. Сука, клиент. Капец, сука. Такую чушь несу. В общем, за следующим нашим клиентом. Вот у нас еще один клиент. И это будет последний клиент. На этом, я думаю, можно будет закончить нашу сегодняшнюю работу в такси. Ну, я не знаю, может быть сегодня, может быть завтра еще выйдет серия по работе в... на автобусе, в общем. Вот такой вот Билл Коннорс. Почему-то вот я заметил, что много вот этих Коннорсов, О'Коннеров развелось тут. Плагиат, мать твою. Все почему-то плагиатят меня. Вот так. Джеймс, все плагиатят, блин. Капец. Короче, сейчас мы его отвезем на шахту. Заработаем, в принципе, неплохую сумму денег. Фух, повезло мне, что я не вылетел в воду из-за этого бича долбаного. Так, отвезем его на шахту. Заработаем приличную сумму. За то, что мы его отвезем. Куда ты? Наш... шахту. Так, быстрее. А, сори, не знал. Так, нужно сделать вот так. GPS, работы, шахта. Сейчас посмотрим на карте, где она находится. Чик-чик-чик-чик-чик, он говорит, в карьере. Ага, все. Отправляемся в карьер. Так, чуть-чуть я перепутал, где находится шахта, но я думаю, в этом страшного ничего нет. Наоборот, буду знать. Обычно вот на всех серверах шахта находится в... там, где Сан-Фьеро, в общем, за Сан-Фьеро. Так. Я уже накатал 69 баксов. Так, автобус, тихо, автобус. 75 уже. А, в принципе, да тут недалеко. Я думал, я заработаю баксов 200, может быть, за то, что я его отвез. А я заработаю где-то 150, может быть, вот так. Так, так, так. Такой вот бичонок, блин, за рулем желтой молнии. Да, эти машины, кстати, очень фиговые. Они... чаще переворачивается, чем другая такси. И управление... Нет, ну я не знаю, в принципе. Управление может быть и у этой вот лучше. Но по тому, как переворачиваются они, то это, кстати, больше... Блин, что я за хрень несу? Короче, вторые тачки лучше, чем эти. Потому что они более устойчивые на... дороги, чем эти. Эти легче переворачиваются. Вот так. Вот это вот я хотел сказать. Первый раз, блин, что-то задумался. Хотел когда это сказать. Задумался над чем-то, блин. И начал нести фигню. Вот этот вот скин, который, кстати, у этого пассажира. Так похож на Деда Мороза немного. Так. Заворачиваем здесь. И заезжаем. О, 151 доллар. Я отбил, кстати, деньги за аренду такси.
Так, сейчас мы его туда подкинем, и на этом я закончу эту серию, потому что... Ну, потому что... Я думаю, на этом... На сегодня хватит работать и вообще снимать уже Diamond на сегодня, я думаю, хватит. Так уже вышло 2 видео, вот это второе. Так, в общем, ребят, на этом все. С вами был Джеймс, сервер Diamond Roleplay Onyx, 3-я серия, работа в такси. Что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и adios, amigos!